Свято 1 мая на Могилёвщине распачнется с митингу. У 11.00 его удельники сберутся на площади Ленина в областном центре. Протягнет день калейдоскоп забавляльных программ. Каждый район будет ладить свой концерт. Так у Могилёве у скверы 40-годзя перамоги с 16.00 до 18.00 разгорнется концертная программа и оживе фонтан на 1 май. Мастацкие коллективы выступят на открытой пляцовце парк отпочинку. Танцевальный вечер тут распачнется у 18 годин. У гэты ж час отбудется открытие фонтана на пляцовце каля ресторана Габрова. До того ж мини-концерты пройдут у кожной микрозоне города, говорят организаторы. И дарэчы уже по доброй традиции 1 мая за 11.00 до 16 годин у парку аттракционов пройдет акция «Профсоюзы детям». Хлопчики и девчонки во возрасте до 12 годов смогут бесплатно покататься на трех аттракционах – «Солнышко», «Трамплин 4», «Ромашка», а так само на детских каруселях. На эти меты профсоюзы в области выдаткивали больше за 40 миллионов рублей.